Бодро началось сегодня в эфире Первого городского канала радиостанции Мария ФМ. В прямом эфире в социальных сетях вышло в эфир новое утреннее шоу 30+. Премьера прошла успешно. Два часа эфира прошли незаметно, а самое главное, интересно не только для ведущих, но и для зрителей и слушателей. Намекаю, что сегодня первый день нового проекта 30+ на Мария ФМ. Здрасте. На Первом городском. Здрасте. Прямой эфир ВКонтакте. Шалом, в православные. Первого городского канала. Здрасте. Лайкайте, репостите, пишите, делайте, что хотите. Ведущие Михаил Лебедев, Алексей Баталов и Татьяна Мокина ворвались в эфир ровно в 7:00. В это время многие кировчане просыпаются и начинают сборы на работу или учебу, а некоторые уже на трудовой смене. Конечно, сегодня главной темой дня стал День знаний. Ведущие, это хоть и узнаваемый, но обычные кировчане, делились своими школьными историями. Оказалось, что однажды Алексей Баталов перед самым 1 сентября оказался без школьной формы и карандашей с ручками. Заказали в ателье там пиджак, костюм какие-то. Ага. Я толком эти вещи не помню. Было что-то еще, и мы приехали на центральный рынок, припарковали машину на улице, наверное, Пролетарской тогда. Встали и ушли там что-то еще выбирать, там какие-то вещи. Возвращаемся. А тачка-то пустая. Да ладно. Вот так вот. Обнесли машину. Два часа эфира прошло незаметно. За это время в телерадио и интернет-эфире успели обсудить последние новости, послушать музыку, поговорить о жизни и разыграть ценные призы. Смотреть и слушать утреннее шоу можно везде. Дома, по дороге в общественном транспорте, в машине или на рабочем месте. Это первое в городе шоу, которое выходит в прямом эфире в телеформате, на радио и в интернете. Старт дан. Теперь смотрите каждое утро с 7 до 9 утра утреннее шоу 30+.